Абхазская притча «Волк и лиса», читает Павел Беседин. Однажды голодный волк, рыская по селу, подкрался к стаду. Но его заметили, и пастухи с собаками бросились в погоню. Долго удирал волк. Наконец он увидел яму, в которой сидела лиса. Усталый волк решил прыгнуть в яму и спасти свою шкуру. Он мельком заглянул туда, но лиса снизу заорала: «Не вздумай сюда прыгнуть, я не пущу тебя, здесь мое место». Волк ответил ей со злобой, убегая дальше: «Если бы собаки не гнались за мной, я тебе показал бы, чье это место?»